Якутии отметили новый праздник – День сына. В честь этого в медицинских организациях прошла неделя открытых дверей для юношей и мальчиков. Торжественный вечер, посвященный новому празднику, состоялся в стенах Института водного транспорта. О том, как отпраздновали День сына в Якутске, расскажет Саргылана Федорова. В семьях с сыновьями появился еще один хороший повод для праздника – День сына. Вдвойне он актуален для многодетной семьи Тарабукиных, которая воспитывает 16 детей разного возраста, из которых 12 мальчиков. Родители радуются их успехам, стремятся дать своим сыновьям, будущим отцам, все самое лучшее. Хочу поздравить тех людей, которые придумали этот праздник. Родители, за то, что они нас воспитали. Дружная семья. Я закончил учебу электриком. Сейчас собираюсь в армию. Кадеты Института водного транспорта и гости учебного заведения организовали выставку робототехники. Все вместе увлеченно поиграли в настольные игры «Хабылыки Хамыска». Посоревновались в сборке и разборке автомата Калашникова. Я от имени Лига отцов Якутии, которая сегодня объединяет 269 советов отцов нашей республики, поздравляю всех отцов, всех семей, у которых есть сыновья. День сына значим и для семей, чьи сыновья сегодня проходят службу в армии. Также тех молодых людей, кто выбрал защиту Отечества своей профессии. Инициативу об учреждении Дня сына в республике внесло Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». Прошла очень такая хорошая, добрая акция «Письмо сыну», в котором приняла участие почти вся республика. И сейчас мы, когда живем в виртуальном мире, получить письмо такое родное, теплое, с добрыми пожеланиями и надеждами от своих родных, отца или матери, это, конечно, такое большое счастье. Также Министерство здравоохранения города провело неделю открытых дверей в медицинских организациях. Мальчики и юноши прошли профилактический осмотр, посетили лекции врачей, урологов, ортопедов, педиатров и психологов. Новая традиция послужит укреплению семейных ценностей, роли будущего отца семьи и воспитания достойного сына Родины. Саргылана Федорова, Андрей Секретов, НВК Саха, Якутск.